Напомним, все произошло вечером 17 октября. Врачи скорой помощи нашли на заброшенном участке дома в частном секторе ребенка. Этот малыш был четвертым чадом горе-матери. Двое старших мальчиков находятся в опекунских семьях по решению суда. Осенью 16-го женщина оставила в Кличевской районной больнице дочь. Ранее местная жительница трижды привлекалась к уголовной ответственности за кражи и грабежи. В феврале 19-го суд лишил ее родительских прав. На слушании по делу о младенце обвиняемая путалась в показаниях, ссылалась на отсутствие памяти, но позже все же пояснила. Она знает, как ребенок оказался на улице. После родов самостоятельно перерезала пуповину и выскочила во двор с новорожденным, чтобы догнать сожителя после ссоры. Скользнулась, получается, упала, у меня выскочил с рук. Я вернулась в дом, так как на улице было темно. Я хотела найти, чтобы что-нибудь, ну, под это... посвятить. Уйти от наказания женщине не удалось. Ее признали виновной в покушении на убийство заведомо малолетнего лица, находящегося в беспомощном состоянии, и приговорили к 17 годам колонии усиленного режима. Также суд назначил принудительное лечение от алкоголизма. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.